Малку в Бургас. Размышлял. Размышлявах. Над ситуацией в Болгарии. Вверху ситуация это Болгария. И как бы так мысли такие всякие печальные такие приходят, тоскливые. И идут печальные мысли. И задаю Богу вопросы. И задавам вопросы на Бог. Господь, что здесь вообще происходит? Как вообще все случилось тук? Уже произошла такая выкачка мозгов из Болгарии. Вече се изврши. Я могу говорить только про свою врачебную. Истичане вече се изврши истичане на мозъци в Болгария. Да, могу сказать только по медицине статистику. Могу докажа медицината. Медицинская статистика. Примерно 5-6 лет тому назад. Преди 5-6 години. Каждый год наблюдалось, что более 10 тысяч медицинских сестер покидают Болгарию. Всяка година повече 10 тысяч медицинских сестры напускали Болгарию. И тысячи докторов. И хиляди лекари. Ну, то есть это высококвалифицированные специалисты. Това са высококвалифицированные специалисты. Которые получили образование в Болгарии. Които са получили образование в Болгария. И уехали работать в Германию, Швейцарию, Великобританию и так далее. И се заминали да работят в други държави, Швейцария, Великобритания и други. Для сравнения. За сравнение. Конечно, есть смысл. Разбира се, че има смысл. Например, в Германии. В Германия. Оперативная медицинская сестра. Оперативная медицинская сестра. Можешь получать что-то около 20 тысяч евро. Может, да получава около 20 тысяч евро. В месяц. За один месяц. Медицинская сестра оперативная, она может цениться даже больше, чем врач. Дори може тя да се разглежда по ценна от лекар. Потому что величина ответственности очень огромная. А что-то те имат по голяма отговорност медицинските сестри. Ну, то есть это примерно около 40 тысяч левов. Около 40 000 лева. Сколько здесь в Болгарии получают медицинские сестры? Сколько тук в Болгарии получают медицинские сестры? Ну, максимум это может быть что-то около 2000 лева. Максимум около 2000 лева. Или 1000 евро. Или 1000 евро. Ну, то есть, если сравнивать. Ако сравняваме. То лучше не сравнивать. Подобре да не сравняваме. Потому что становится просто страшно. Что-то става малко страшно вече. И, конечно, есть смысл уезжать. И има смысл те да заминават. Ну, что может задержать человека здесь с высшим образованием? Какво човек с высшим образованием може да задържи тук? Сейчас уже меньше уезжают. Вече помалко хора заминават. Потому что уже некому уезжать. Защото вече няма кой да заминава. И, конечно, эта картина очень печальна. И тази картина е печална. То есть Болгария обесточена. Болгария няма източници. Болгария стоит практически на последнем месте в Европейском Союзе по экономике. Стои почти на последнем месте в Европейском Союзе по экономике. Что сейчас происходит, это можно назвать полным развалом. И това, което се случва, може да се казва като разгром. Кто остался в Болгарии? Кой остана в Болгарии? Я так размышляю, мне приходят мысли такие, ну, наверное, остались только малообразованные люди. И идут мысли, че са останали само малообразованные. Малообеспеченные. Които не са обеспечени достаточно. И люди без связи. И хората без връзка. Потому что люди с хорошими связями давно уехали. Защото хората с връзки вече са заминали някъде. И вы знаете, я открываю Писание. И отварям Библията. Вы знаете, я так долго смеялся. Много долго се смеих. Я так давно не смеялся. Удавна не съм се смеял толкова. То, что я прочитал Писание. Прочитал Библията. Меня просто восхитило. Много ме восхити. Давайте мы вместе откроем первое послание к Коринфянам. Да отворим първо послание к Коринтяни. Первая глава. Первая глава. С 21 стиха. От 21 стих. Я читаю. Перевод можно почитать на проекторе. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Юродство – это понятно, это безумие. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. Ну, эллины, если брать такой современный перевод, ну, в древнем переводе это обращенные из греков. Эллины – это гърците. То на сегодняшний день можно взять, что это просто обращенные из всех языческих племен, из всех народов. Просто преобърнати хора от языческие племена. И так можно прочитать, что иудеи требуют чудес. Можно прочитать, что иудеи искат чудеса. А обращенные из язычников ищут мудрость.
Гърците търсят мудрост. Я читаю дальше. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. И я читаю. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не знающее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Можем сказать на это аминь? Можно скажем аминь на это. Вы знаете, почему мне стало так радостно? Знаете ли, за что мне стало много радостно? Потому что в Болгарии наступил момент истины. За что-то в Болгарии наступил момент этой истины. Осталось самое немудрое. Остана наинемудрото. Осталось самое незначимое. Наинезначимото. Осталось самое несильное, слабое. И остана слабото. Для чего осталось? За какого остана? Для того, чтобы каждый болгарин осознал. За това всякий болгарин да осознае. Нет больше никакого смысла надеяться на человека. Няма повече смисъл да се надяват на човека. Нет больше никакого смысла ждать, когда придет какой-нибудь дядя. Няма смисъл да се чака да дойде някакъв чичко. И поднесет нам на подносе то, что мы хотим. И да не даде това, което искаме. На что люди надеются? На какво се надяват хората? Вот на это и надеемся. На това се надяват. Что кто-то придет сильный. Да дойде някой силен. Изменит ситуацию в Болгарии. Да промени ситуацията в България. И мы наконец заживем. И да започнем да живеем добре. Ну, вы знаете, вот глядя на вот эту ситуацию, можно просто увидеть о том, что, ну, это само ожидание, оно абсурдно. Глядя на эту ситуацию, самото очакване е абсурдно. Я провел свою такую небольшую статистику. Направих статистика. И я начал спрашивать. Започнал да питам. Говорю, власть поменялась сейчас в Болгарии. Власть се промени в Болгария. Меняется, по крайней мере. Променяся. Президент отправил в отставку кабинет министров. Президент испратил в отставку кабинет на министрите. Отправил в отставку премьер-министра. Премьер-министр. Назначил своего человека. Вече назначил свой человек. Говорю, вы, Болгария, на что надеетесь? И питам, вы, Болгария, на какво се надявате? И вы знаете, умные болгары отвечают. Умные болгары отговаривают. Слава Богу, что еще остались умные. Слава на Бога, че са останали умни. И несколько человек мне проговорили так. Няколко человека казаха така. Кто бы сейчас не пришел к власти, който и да дойде на властта, он ничего не сможет восстановить. Ничто няма да може да восстанови. Потому что предыдущая власть, за что-то предишната власт, настолько здесь уже все просто уничтожила. Толкова разруши всичко. Из Болгарии просто выкачаны тонны золота. И много, нали, златото и финансов. Финансите са, чтобы са, нали, са взели финансите и злато от България. Да, и чтобы восстановить ситуацию. И да се восстанови ситуацията. Нормальную экономику в Болгарии. И экономиката да стане нормална. Нужно очень много лет, чтобы высококвалифицированные экономисты, политики были у власти. Трябва много години високоинтелигентни политици да са на властта. И они сказали мне, поэтому мы уже ничего не ждем от новой власти. И ты казаха, че вече ништо не очакват от новата власт. Это был хороший ответ. Това беше добър отговор. Знаете, я хочу открыть следующее место. Искам да отворя следващото място. Оно написано у пророка Иеремии. От пророка Иеремия. 17 глава. 17 глава. С 5 стиха. От 5 стих. Какого там нет? Я его прочитаю. Хорошо. По одному стиху тогда. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Така казва Господ, проклят да бъде оня човек, който уповава на човека и прави плота своя мишца, и чие сърце се отдалечава от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной и необитаемой.
Защото ще бъде като изтравничето в пустинята и няма да види, когато дойде доброто, но ще обитава в сухите места в пустинята, в една солена и ненаселена страна. Смотрите, пророк Иеремия, утверждает, что если надеяться на какого-то человека, то это проклятие с последствиями. Земля опустеет. Земята ще стане празна. Люди будут жить в местах знойных. Хората ще живеят в знойни места. На земле бесплодной и необитаемой. Бесплодна и празна, без необитавана земя. Так это вот то, что сейчас происходит в Болгарии. Това, което се случва в България сега. И смотрите, что ожидает Болгарию, если она очнется наконец. И какво ще очаква? Очаква България, ако тя се събуди. Седьмого стиха. От седьми стих. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Благословен да бъде оня човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Защото ще бъде като дърво, насадено при вода, което разпростира корените си при потока и няма да се бои, когато настане пекът. Но листът му ще се зеленее и не ще има грижа в година на бездъждие, нито ще престане да дава плод. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Сърцето измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? Я, Господь, проникаю в сердце, испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Аз, Господь, испитвам сърцето, опитвам вътрешностите, за да въздам всекиму според постъпките му и според плода на делата му. И смотрите, что говорит пророк. Какво казва пророкът? Блажен человек, уповающий на Господа. Блажен человек, който уповава на Господ. Не человек, который надеется на какого-то другого человека. Не человек, който се надява на друг човек. А каждый болгарин, который остался в Болгарии. И всякий българин, който остана тук. И уповает, и уже ничего не ждет. Който нищо не очаква. А уповает только на Господа своей славы. И уповава на Господа. Знаете, я вчера открывал сезон подводной охоты. Вчера открывал сезон на подводную охоту. Лов. Мы были на одном прекрасном месте. И бяхме прекрасно място. Рыбаки такие места не выдают. Рыбаците не казват тези места на другите хора. Пазят ги в тайна. Да, то есть мы с моим другом гарпунжей, болгарином, спустились вниз. С моя приятел българин се спуснахме надолу. Занырнули. В водата. Но ничего в тот день не подстрелили. Но ничто не сме подстрелили в този ден. Потому что вода еще прохладная. Защото водата е студена още. Но только вдалеке видели, как косяки плазерина проходят. И далеч виждахме небольшие пассажи кефали. Риби. Пассажи, да, плазерина. Плазерина. Угу. Да, и мы вышли из воды. Излязахме от водата. И нужно подниматься теперь наверх. И трябваше да се качваме горе. Мы ныряли полтора часа. Ние плувахме 1.5 часа. В холодной воде. В малко студена вода. И, конечно, немножко подустали. И се изморихме. Потому что за зиму отвыкли нырять. Защото за една зима малко отвикнахме да плуваме. Я начал собираться. Започнах да се оправям. И говорю, что я пойду вперед. И казах, че ще отида напред. Потому что ты меня еще догонишь и перегонишь. За что-то ты что-то мистинешь и что-то испреваришь. Потому что моложе меня. За что-то ты помлад от меня. Мне 55 лет и... А что на 55? Поэтому, ну, немножко я поэтому дам немножко себе фору. Что тебе дам малку время, да мы догонишь. И потом там наверху встретимся. И что со встречным горе веч. И он очень старый ныряльщик, ну, можно сказать, с опытом ныряльщик, со стажем. Той е гумуркач с опит. И у него оборудование не так устроено, что он приходит на место. И има такова оборудване, че той идва на мястото. И там на месте засыпает в мешки песка. На мястото слага пясък в... В свою амуницию. В своето оборудване. Обешивается им. Слага върху себе си. И уходит в воду. И отива в водата. А я тащу на себе 12 килограмм свинца, олова. Аз нося с себе си 12 килограмма олово. Олово, да.
Вот. И, ну, я нагрузил на себя эти 12 килограмм свинца. Сложил вверху себе эти 12 килограмма олова. Взял свое снаряжение. Взял свое оборудование. И начал потихонечку подниматься. И започнул досыкачивать на горы. А подъем очень крутой. А наликачивать и доста стрёмно. И подниматься очень долго. И доста долго. Спускаться было легко. Да се спускаме беше много лесно. Но подниматься. Обаче да се качваме. То есть у меня до сих пор гудят ноги. Още усещам нещо в краката. И вы знаете, я поднимаюсь. Качвам се. И чувствую, что у меня уже больше нет сил. И усещам, че вече нямам сили. И я про себя понимаю. Я се разбирам. Что дорогу осилит кто? Че путя ще усили кой? Идущий. Идващия. Не лежащий. Не който лежи. Не тот, кто ждет, когда чудо произойдет наконец-то. Не тот, който чака, че ще се случи някакво чудо. Когда ему сильный дядя подойдет, возьмет меня на ручки и понесет наверх. Някакъв силен чичко да дойде при мен, да ме вдигне на ръцете си и да ме понесе. Ну, понятно, что я не жду доброго дяди. Разбира се, че не чакам такъв човек. Наученный Богом. Аз като научен съм от Бог. Я начинаю молиться. Започвам да се моля. И говорю: Господь, дай мне силы, чтобы сделать еще один шаг. И казвам: дай мне силы, Господь, направи още една стъпка. Я заметил, вы знаете, что лучше не смотреть туда, вот на конец пути. Забелязах, че по-добре да не се гледа края на пътя. Ну так почему-то легче. Такая полезно. Когда не видишь, как еще долго подниматься, легче. Когато не виждаш колко дълго още трябва да се качваш, така е полезно. Я стал смотреть себе под ноги. Започнах да гледам в краката си. И говорю: Господи, еще один шаг. И казвам: Господи, още една стъпка. И Господи, еще один шаг. Още една стъпка. И еще один шаг. И още една стъпка. И вот так, уповая на Господа, я очень незаметно поднялся на и така, самый верх. Уповавайки на Господ, така незабелязано се качих горе. Ноги гудели. Краката ми боляха. Я весь был мокрый от пота. Бях цял потен. Но я был абсолютно счастлив. Но бях много счастлив. Знаете, почему я это рассказываю? За что рассказывам това? Потому что это и есть прообраз блаженства. За что твоя прообраз на блаженството? Прообраз блаженного народа. На блажение народ. Я открою последнее место. Что творя последнее место? Это Псалтырь, 143 глава. А, Псалтырь, 142 глава. 143, может быть, в болгарской Библии или раньше, или позже. Или 142, или 144. Только один 15 стих. 15 стих. И там написано, нашла? Блажен народ. Только одну простую мысль прочту, может, ты, Оксана, и так приведешь. Да, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен оня народ, на когото Господь и Бог. И этим все сказано. Из твоя... Разбираем всичко. Болгария, если ты хочешь быть благословенна. И ако България иска да бъде благословена. Твоим господином должен быть Бог. Твой господин трябва да е Бог. Господство должно быть за ним. Той трябва да е господин. Такая благословенная земля. Такава благословена земя. Земля, которая сокрыла на своей территории всех евреев, которые... Земята, която опазила евреите. Жили когда-то в Болгарии. Които са живели в България някога. И во времена фашизма Гитлер приказал выдать их всех. И по време на фашизма, когато Хитлер искал да вземе всичките. Но България отказалась. Но България се отказала. България, которая спасла очень много армян во время армянского геноцида. Също България, която спасила много армяни по време на... И вы знаете, может быть, здесь есть какая-то такая вот... как сказать, иллюзия. Может быть, тут има някаква иллюзия. Болгары надеются, что раз мы были такими хорошими, българите се надяват, че ако бяхме толкова добри, ну, может быть, Бог автоматически будет нас благословлять. Может быть, Бог автоматично ще ни благословява. И все само как-то образуется. И всичко само ще се оправи. Ну, знаете, не образуется. Но няма да стане така. Нужно личное упование каждого болгарина. Трябва лично уповаване на всеки един българин. Который еще остался здесь, в этой стране. Който остана тук, в тази държава. Еще что-нибудь сделать для моей страны. Да направи още нещо за своя държава. Еще один шаг сделать. Да направи още една стъпка. Я иду обычно по улице, на работу или после работы. Обикновено, като вървя навънка на работа или след работа. И у меня есть принцип. Имам принцип. Если я вижу, что на земле лежит мусор. Ако виждам, че на земята лежи буклук. Я не поленюсь, я наклонюсь и подниму этот мусор. Няма да бъда мързелив, ще се наклоня да вдигна този буклук. И выброшу его в мусорку. И ще го изхвърля. Потому что я знаю.
Защото знам. Если каждый день понемножку собирать мусор? Ако всеки ден събирам по малко боклук? То страна станет чище. Че държавата ще стане малко по-чиста. Я знаю, что если бы каждый человек так думал. Ако всеки човек би мислил така? То България давно бы была бы уже чистой страной. България отдавна вече би била чиста държава. И вы знаете, именно это сегодня Бог хочет сделать с Болгарией. И точно това днеска иска Бог да направи с България. Когда каждый болгарин проснется. Когато всеки българин се събуди. И возьмет все свое упование на Бога. И ще даде цялото, ще уповава на Бог. Эта страна станет цветущим садом. И тази страна ще стане цъфтящ, станет землей вожделенной. И ще стане земя, която искат всички. И те българи, которые живут в других странах. И тези българи, които живеят в други държави. Они посмотрят на Болгарию. Ще погледнат на България. Скажут, что-то они там очень хорошо живут. Те много добре живеят там. Там у них все здорово. Всичко е чудесно при тях. Какая-то сверхъестественная безопасность. Сверхъестественная безопасность. Ну, никто не болеет. Никой не болюдува. Хорошая экология. Добрая экология. Хорошие продукты. Добрые продукты. Власть благословенная в Болгарии. Власть е благословена. Не пора ли мне вернуться? Не трябва ли вече да се върна там? Не пора ли мне вернуться на свою историческую родину? Не трябва ли да се върна на своята историческа родина? Такое слово у меня к вам, болгары. Имам такова слово към вас, българи. Слава Богу, что я уже полюбил Болгарию. Слава на Бога, че вече обикнах България. Со всеми вашими недостатками. Всичките ваши недостатъци. Со всеми вашими плюсами. И всичките ваши достоинства. И я рад, что Господь когда-то избрал меня. И се радвам, че някога Бог ме избра. Может быть, одного из самых ничтожных своих рабов. Може би един от своите нищожни рабове. И позволил мне оказаться здесь. И ми позволи да се окажа тук. В момент истины. В момента на истината. В самый трудный период для Болгарии. В най-трудния период на България. Когда България или будет отвергнута. Или когато България бъде отвергнута Богом. Когато Бог ще се откаже от България. Если Болгария будет продолжать надеяться на человека. Ако България продължава да се надява на човек. Или Болгария будет вознесена. Или България ще се възнесе. До пика своей славы. Горе към своята слава. Если все свое упование возложат на кого? Ако цялото си упование възложи на кого? На нашего Господа Иисуса Христа. На нашия Господ Иисус Христос. Давайте мы коротко помолимся. Нека кратко да се помолим. Давайте мы склоним наши сердца. Да склоним нашите сърца. Господь, презри на Болгарию. Господь, презри България. Господь, презри на каждого болгарина. На всеки един българин. Прямо сейчас коснись каждого сердца. Докусни се всяко едно сърце. Кто слушает или кто смотрит. Който слуша или гледа. Наполни опять и опять. Наполни отново и отново. Эти драгоценные сердца. Тези скъпи сърца. Своей безграничной любовью. Со своей безграничной любовью. Через силу Святого Духа. Через силу это на Святия Дух. Господь умоляет вас. Господь ви умолява. Он и сегодня стучится. Той чука на вратата. В каждую дверь. На всяка врата. И говорит, если отворите мне. И казва, ако отворите. Войду в вас. Ще вляза. И сотворю вечерю любви. И ще сотворя вечерята на любовта. Позвольте мне сделать вас счастливыми. Позволете ми да ви направя щастливи. Позвольте мне сделать Болгарию блаженной. Позволете ми да направя България блажена. Позвольте мне вновь вознести этот благословенный святой народ. Отново да възнеси този благословен народ. До меру полного возраста во Христе Иисусе. До пълната възраст на Исус Христос. Через личное упование. Через личното упование. Каждого болгарина. На всеки един българин. И мы молились во имя Отца и Сына. И се молихме в името на Исус Христос. И Святого Духа. И Святия Дух. Если согласны, аминь. То скажите аминь. Будьте благословены. Бъдете благословени.